Объехал исторический центр города, побывал внутри дворов многоэтажек. Также осмотрел часть зеленой зоны Чистяковской рощи, которая непонятным образом отгорожена заборами. Мэр Краснодара во время незапланированной проверки тут же пообещал во всем разобраться. В конце объезда Вениамин Кондратьев посетил район новой застройки на улице Калинина. После разговора с людьми было решено построить здесь детский сад.